Здравствуйте, дорогие зрители! Хорошо ли вы знаете произведение о войне? Проверьте себя, пройдя сегодняшний тест. В конце ролика вас ждет дополнительный вопрос, так что досматривайте видео обязательно до конца. А я желаю вам приятного просмотра. Кто является автором романа «Молодая гвардия»? Автором романа «Молодая гвардия» является Александр Александрович Фадеев. Это произведение о действовавшей в Краснодоне подпольной организации под названием «Молодая гвардия» во время Второй мировой войны. Второй вопрос. Кого из героев романа «Живые и мертвые» в 1937 году сослали на Колыму? Серпинин в Первую мировую войну и гражданскую командовал дивизиями. В 1937 году его сослали в лагерь на Колыму. Серпинина обвинили в пропаганде превосходства фашистской армии. Автором романа «Живые и мертвые» является Константин Михайлович Симонов. Как зовут старшину в повести «А зори здесь тихие»? Вспоминаем. Восков Федот Евграфович – центральный герой повести «А зори здесь тихие». По званию он старшина, комендант 171-го разъезда. Четвертый вопрос. Кто является автором стихотворения «Я родом не из детства, из войны»? Автор стихотворения «Я родом не из детства, из войны» Юлия Владимировна Друнина. Юлия Владимировна в 1941 году ушла на фронт. В 1943 году была тяжело ранена в шею. Осколок застрял всего в паре миллиметров от сонной артерии. Позже она узнала, что была на волосок от смерти. В каком году была написана повесть о настоящем человеке? Повесть о настоящем человеке была написана в 1946 году. Ее автором является Борис Полевой. У кого в доме проживал барон фон Вензель в романе «Молодая гвардия»? Барон фон Вензель поселился в доме Кошевых. Он занял две комнаты. Кто из молодогвардейцев поджег черную биржу? В декабре 1942 года Сергей Тюленин, Любовь Шевцова и Виктор Лукьянченко осуществили поджог биржи. Они проникли в здание, облили бензином шкафы и подожгли их. Черная биржа горела до самого рассвета. Тем самым молодогвардейцы спасли от угона в Германию 2000 человек. Восьмой вопрос. Кто является автором знаменитого стихотворения «Жди меня»? Автор стихотворения «Жди меня» Константин Михайлович Симонов. Это произведение посвящено жене поэта Валентине Серовой. Кто является автором произведения «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины»? Автором известного стихотворения «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» является Константин Михайлович Симонов. Десятый вопрос. Кем были пять отважных девушек в повести «А зори здесь тихие»? Пять самоотверженных зенитчиц. Рита Осяйна, Галя Четвертак, Женя Камелькова, Лиза Бричкина, Соня Гурвич. Кому принадлежат слова песни «День Победы»?
Автор слов в песне «День Победы» – поэт-фронтовик Владимир Гаврилович Харитонов. В 1975 году он написал стихи и передал их композитору Давиду Тухманову для музыкального оформления. Песня «День Победы» стала классикой, без которой невозможно представить ни одно 9 мая. Кто является главным героем романа «Живые и мертвые»? Иван Петрович Сенцов – военный корреспондент, вскоре простой солдат, настоящий патриот. Кому поэтесса Юлия Владимировна Друнина посвятила стихотворение «Зинка»? Юлия Владимировна стихотворение «Зинка» посвятила своей фронтовой подруге Зинаиде. Зинаида Александровна Самсонова – старший сержант медицинской службы. Эта девушка принимала участие в боях на Воронежском и Сталинградском фронтах. 14-й вопрос. Что вырезали фашисты на спине у Ульяны Громовой? Ульяна Громова – участница антифашистской организации «Молодая гвардия». Немцы, пытая девушку, вырезали на ее спине пятиконечную звезду и посыпали это место солью, сломали ребра и правую руку. Ульяна не проронила ни слова. Какое животное Мереси встретил в лесу? Алексей Петрович Мересьев, когда очнулся, то почувствовал над собой чье-то дыхание. Это было дыхание медведя. Летчик выпустил зверя всю обойму пистолета. Медведь был повержен. В каком году происходит событие в повести «О зоре здесь тихие»? Время действия событий, которые Борис Васильев описывает в своем произведении «О зоре здесь тихие» – май 1942 год. Переправы через какую реку защищают солдаты в романе «Они сражались за Родину»? Солдаты защищали переправу через реку Дон в романе «Они сражались за Родину», автором которого является Михаил Александрович Шолохов. 18-й вопрос. Кто из девушек купался в ледяной воде из повести «О зоре здесь тихие»? Женя Камелькова, переступая через страх и рискуя своей жизнью, купается в ледяной воде под дулом автоматов для того, чтобы диверсанты пошли в обход. Кому принадлежат слова песни «Священная война»? Василий Иванович Лебедев-Кумач является автором текста песни «Священная война». Слова были написаны Василием Ивановичем в начале войны. Что отремонтировал Василий Теркин, когда был в гостях у стариков? Ответ на этот вопрос пишите в комментариях. Спасибо каждому из вас за просмотр. Пишите в комментариях, на какие темы тесты хотите видеть на моем канале. До новых встреч в следующих выпусках!